Несерьезный партнер. Так румынский премьер-министр Людовик Орбан высказался о своем молдавском коллеге Ионе Кику в Брюсселе, куда он отправился с первым официальным визитом. Глава румынского Кабмина отметил, что последние события в молдавской политике, а именно отставка правительства Санду, являются тревожным шагом назад. Он назвал блок Акум единственной четкой проевропейской политической силой, которая пользовалась поддержкой Бухареста. Кроме того, Орбан призвал европейских чиновников проявить максимальную требовательность в связи с событиями в нашей стране и при несоблюдении курса евроинтеграции рекомендовал им действовать соответствующим образом. Советник премьера Иона Кику Виталий Драганча заявил для Публика ТВ, что глава молдавского Кабмина не будет комментировать заявление румынского коллеги и что время покажет Людовику Орбану, что у него есть в Молдове надежные партнеры, добавил он.